Вы меня увозите в куда? Куда? А почему нет? Покиньте машину. Я завершил заказ ваш. Да слушайте меня, если у нас на день не будет разговора, будем сидеть молчать. В смысле морчат? Вы в моей машине мне указывать будете сейчас, что да, делать? Да, я буду вам указывать. Почему? Потому что вы оказываете услугу. Какую услугу? Вы начали хамить, правильно? Я не начал хамить вам. Господи, что же вы придумаете? Что придумаю? Я отказываюсь вас вести. Вы хотите меня вести? Да, возвращайте да. мне деньги. Я у вас... Вы мне деньги дали? В руки вы мне деньги дали? Я оплатил... Кому? Кому оплатили? Тем, кто вас сюда приведет. Кому? Не, кому? Именно кому? Вы мне руки деньги дали? Оплата картой. А кому меня... перевели? Заказчик я кому? Никому не перевели. Это автоматически через систему. Не кому? Нужно, не кому? Не нужно на камеру изображать нет, дурака. Почему не нужно? Вы изображаете дурака. Вы как себя... здесь дурака? Ну вот так. Нет. Вы Яндексу оплатили, правильно? Я оплатил Яндексу, да. Вы приехали. Не мне, не я мне. Я сел в вашу машину, и вы меня повезли. Не потом мне. У вас из-за плохого настроения вам не захотелось меня продолжать. Вы. У меня заказ оплачен, вот если... Вы не мне! Значит, вы вызвали полицию, сейчас полиция приедет, вы объясните им свою точку зрения. Я им объясню свою точку зрения. И вот как полиция скажет, так и сделаем. Так что сидим. Не будете покидать, да? Нет, не буду. Мое время будете тратить, да? Вы мое время тратите. Почему я ваше время? Вы покиньте мою автомобиль. Я бы уже приехал. Я сейчас, подождите, я сейчас покину машину. Покину машину, вот я... Прочитайте там правила от этого, как его, такси. Хотите, я вам 200 рублей дам, и вы покинете машину. Пойдет такой расклад? 200 рублей я вам дам, вы покинете мою машину, правильно? Так, а вы мне даете 200 рублей? 200 рублей дам вам, у вас заказ 170 рублей, правильно? 179 рублей, я вам 200 дам, давайте покиньте. Сейчас я звоню в полицию, да. Я просто не знаю. Не, я вам 200 рублей закину, почему бы нет? Вот я сейчас договорился, 200 рублей закинуть и все. Я только что сделал вызов полиции на, значит, насчет конфликта с водителем такси на улице Трепалевской. Я звоню на русском телесовке. У вас есть пистолет? Я ему сейчас сказал, 200 рублей закину тебе, ты выйдешь, машину он говорит, давай. Выходите с машины. Ну вы вдруг передумаете, скажете нет. Значит, ну если я передумаю, то приедет полиция и вообще я мошенником окажусь. Как мошенником? Ну потому что я от вас деньги возьму за то, что вы мне вернули за заказ. Ну перед полицией я вам деньги 200 рублей верну. Нет. Перед полицией. А вдруг вы скажете, что я не брал у этого человека деньги. Правильно? Вы запишите на видео. Ну я отключится же за это видео, камера, правильно? Нет у меня наличных, вот у меня на карте деньги есть. Сейчас вы с машины. Ну, ждем полицию, ну что поделать. А вдруг вы перед полицией скажете, 200 рублей мне не закинул? Ну, я понимаю ваше опасение, я так не скажу. Ну, я откуда знаю? Вы не знаете, хорошо, тогда мы ждем полицию. Все, ждем полицию. Вот это ваше решение, я на ваше предложение согласился. Видите? Mm-hmm.